challenge in terms of developing. Климат, да? Плюс 40, минус 40. Не веровал сделать такой город за такие краткие сроки. 100-метровый кран стоял. Вот они на присосках висят в отрицательном углу и ее крепят. Это была такая команда, они все поверили в это. Вот эту машину, этот механизм уже остановить невозможно. По всему Казахстану. Многие думают, что только столица строится. Я хотел бы сказать, вот все, кто смотрит сегодня телевидение, строятся все города. И invece io volevo portare qualche cosa di nuovo, il futuro. 15 лет назад никто даже и представить не мог, что посреди степи, в самом центре Евразии, появится прекрасный город.